Итак, всем привет! Очередная покатуха на гору под названием Толстая или Толстуха. Высота около 1000 метров. Едем в три мото, 2 X2 и XZR. Так что заедем, посмотрим. Да? Почти. Обновил. Офигенная тяга просто, конечно. На второй ехал. Охренеть. Так. И наша задача, наверное, вон тот второй холмик. Нам еще здесь перевалить надо. Сыро и качкоты просто жопа. Заложила высота. Вентилятор стоит, а чего не нагрелись? Круто! Еще и зацепа нет. Скользко как-то. Нет, все-таки не за, ё-моё. Еду просто, он уже на второй иногда сбрасываю, чуть ли там уже не глохнет. Добавляю, он поехал опять. Не за, блядь, паровозные все-таки у него. Вот они, виды-то уже открылись. Шикарная будачиха. Красота. Так, задача номер два. Вот на эти горки заехать. Пробуем. Заглуши. Заглуши. Да-да, алло. Алло, Андрей, это Ольга вас беспокоит. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, сколько вам всего надо кросс и вторых? Ну все, буду ждать завтра вашего звонка. Хорошо, до свидания, спасибо. Что-то отлетело. Какой-то скрежет. А у меня помпа не защищена. Надеюсь, ничего плохого. Да, подъемчик. Так, помпа живая. Здесь, но защита сработала. Все целое. Выпали только проставочки. Хреново я тут закрутил, значит, все это дело. Очень круто. Но если бы не скалы эти, я бы выехал. А здесь прям на камень шел и подпрыгнул. То ли я на второй шел, то ли сейчас она в полете воткнулась. Но на удивление все целое. Это хорошо. О, еще и мотобот отстегнулся. Все серьезно-то как. Блин, в траве скалы вот такие нехорошие.
если на них нарваться, вот как здесь, мало хорошего будет. Алло. Все нормально, я жив. Ты жив? Да. Ты там стоишь? Не, спускаюсь, развернул его, наверное, к вам еду. Тут просто вообще да? Скалы. Давай по тропинке, умел повернешься наверх. Да, трава прошлогодняя. Большая, скал не видно нифига. Да, стартануть еще надо сюда. Низа, просто тащат эти низа. Да, расколбас. Как же мы здесь спускались-то? Круто, охренеть. Под верх очень жестоко. Один есть. А где Ванёк? Скалы, скалы торчат. Фига, скал тут. Защита нужна, короче. Опасно, блин. Что-то где-то звенит снизу, цепляется. А помпа очень опасна, открытая. Как минимум помпу надо закрывать. Сюда? Офигенный паровоз, что могу сказать. Нафига в стойке? Сидишь на жопе и едешь. Вот она вышка, добрались. Шикарно. Вот на эту? Оттуда вид, кстати, лучше на Солонежной, давай.
Хорошие скалы. Что ж, упираешься. Солонечные под очередным ракурсом. Гора толстая. 1000 метров. Все, покатали на горе толстые, виды прикольные. Бывали мы здесь уже 1.5 года назад по осени. Скал как-то удивительно стало, как будто бы больше. Подножками постоянно ударяешься, постоянно складываются.